Che va questo? Пойдем карнавали. Да, карнавал только начинается. Италия, город Верона. Здесь проходит знаменитый веронский карнавал. Кстати, карнавал карне по-итальянски мясо. Что там происходит? Где колор? А, у тебя синий какой-то голубой цвет. Вау! Перфекто! Ну что, измазюкались? Я какой-то непонятного цвета коричневого. Красно-коричневый. Ну что, пойдем карнавалить? Да, карнавал только начинается. Отобрал у девушки велосипед. Давай, не очкуй! А где тормоза-то где? Тормозов нету! А эти молодцы! Верона! Карнавал! Что происходит, непонятно! Сейчас пойдет движуха! Платформы поедут сейчас! Маски Верону. Отличная движуха. И это просто это необычные маски. Все люди одеты как исторические персонажи разных веков и средневековья. Не дает позвонить в колокол. Велосипед, как наш любимый в Африке. Смотрите, дают всем такие баллончики, на них можно писать, так раз. Они прыгают на счастье. Да. Такая красивая девочка. Ну, хулиганка. Yeah.
вот тут поступают с дерзкими. Наши пошли. Здравствуйте! Воронеж! Привет, привет! А что ж мы-то не участвуем в карнавале-то? Можно к вам присоединиться? Владимир пошел! Привет, привет! А песню спеть, Что вы молча, идете? Вот. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Спасибо! Почему нельзя? А как вы участвуете в карнавале? Вы откуда? Расскажите. Мы из Италии. Из Италии? Да. Сан-Джино-ди-Монтани. Это на озере Гарда. Что означает? Потому что все написаны, это как районы. Да, каждое место, каждое. А это обязательно Венето или в любые области вообще Италии? Нет, здесь Венето. Именно Венето? Да, это районы, там маленькие городишки, деревушки, да? Да, у каждого есть своя маска, и каждый имеет название, и у каждого свой костюм. А у них платформы, они как бы делаются один раз или как бы используются каждый год? Платформы, в зависимости, если на какую-то тему, да? Политическую, если как сатира, обычно меняется каждый год. А некоторые традиционные, которые вот сохраняются на какие-то долгие года, то это остается такая. Это одеяние, это как бы садили? Это настоящий карнавал. Это только на время свив карнавала. Это как у нас по-русски свив, что возьмем маслицу. Своего рода гуляния такие идут перед строгим постом. И это происходит все время... пятницу. Да? Обычно это февраль месяц. Нужно смотреть по календарю, потому что как пасха, она меняется, она не одинаковая. Также смещается.
дня карнавала, который будет проходить тоже в Венеции. Угу. Это во вторник всегда, накануне. Да. Продолжается на улицах Вероны. Дети беснуются. Вот чисто веронец. За фотографию молодежь осыпала мукой от души. Так ты уже и так был грязный весь. От души. Не поскупились. От сердца. Хорошо, яйцами не закидали. Да, если еще яйцами кидаются. Вот жалко. Эй! Нет, нет! Хватит! Ну не так уж и много муки мне высыпали на голову. Пострадал за съемки Вероне, чтобы вам показать этот трэш. Карнавал в Вероне. Феерическое зрелище. Настоящий праздник сатиры и юмора. А Дональд Трамп с Ким Чен Ыном получились удивительно похожими на самих себя. Ставим точку на карте. Верона. Подписывайтесь на наш канал. И открывайте мир вместе с нами. Что происходит, не знаю. Давай, больше. Отмоешься или нет, непонятно. Личика. Типа, да. Ой, волосы зачем? Да, волосы тоже побелить, не-не, волосы. Большая движуха на карнавале Венеции, люди проходят в Вероне. Что-то я постарел, мне кажется. Ой, как легко все. Опаньки, заскочила, поехали. Что-то, он не крутит нифига. Это разводняк, я так тоже смотрю. Ты убежишь, спутай меня, спутай, спутай. Спутай меня, спутай. Вообще огонь! Огонь! Я в бомбине!